Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! Скоморохи мы смешные! Зажигательные скоморохи, веселые снежинки, разнообразные конкурсы, сладкая викторина, а также театрализованная постановка. Такой была программа открытия зимнего городка в центре Кызыла. Организаторы постарались, чтобы у всех участников было хорошее новогоднее настроение. Силами благоустройства, силами Департамента культуры и спорта молодежной политики мы создали тот самый уголок, где дети могут повеселиться. Поэтому искренне рады сегодня всех встретить, провести открытие. Ну и, конечно же, я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Здоровья, успехов и чтоб все желания сбывались. Несмотря на небольшие неполадки с аппаратурой, жители столицы без проблем весело станцевали и без музыки. А как только удалось наладить технику, проводили уходящий год уже в музыкальном сопровождении. Отличный, хороший. Позовем кого? Да, нравится, очень хорошо. Зажгали? Хорошие, новогодние, замечательно. Представление тоже понравилось. Тебе холодно? Нет, тепло. Бегала туда-сюда. Весело, хорошо, В завершении новогоднего представления Дед Мороз со Снегурочкой и зрителями зажгли огни на новогодней красавице, после чего был организован большой дружный хоровод. Алдын Газбуян, Буян Мангуш, Айдана Сенденма, Тува 24.